Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Светлана Филатова, рада вас приветствовать на моем канале. И сегодня мы с вами разберем обращение Владимира Владимировича Путина ко всему миру, да, с объяснениями. Вы знаете, в общем-то, он дал нам исчерпывающее объяснение своим действиям, он выдал нам много аргументов, которые, ну, в общем-то, вполне убедительны. И если, ну, есть одна приставочка «но», ну, если включить критическое мышление, что мы сегодня с вами сделаем, тут много несостыковок находится. И вот этим я сейчас займусь. И сразу прошу прощения у тех, кто настроен, может быть, ну, как по-другому. Может быть, у вас есть другие аргументы, может быть, у вас есть какие-то факты, которые, ну, вот я постаралась собрать именно, ну, вот высказывания, факты, все как бы, ну, вот воедино. Если у вас будут какие-то аргументы против этого всего, пожалуйста, в комментариях вы можете мне писать. Это я на всякий случай, потому что вполне возможно, что это видео соберет много критики, но давайте все-таки постараемся расставить все точки над ё и понять, что же это было. Ну и начнем мы, естественно, с невербалики. И первые сигналы, которые, в общем-то, мы с вами можем увидеть, давайте их посмотрим. Это, я сразу забегая вперед, скажу, что это облизывание губ. Давайте смотреть, посмотрим, и я потом вам объясню, что все это значит. Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Объяснение есть. После революции главной задачей большевиков... Вы обращаете внимание, он облизывает губы вот в некоторых моментах. Вот в каких моментах вы фиксируете, пожалуйста. Большевиков было любой ценой удержаться у власти. Национализация и плановая система народного хозяйства все это на деле превратило в простую декларацию, в формальность. Заявленные, но не работающие принципы государственного устройства. Ограничилось откровенным словоблудием о восстановлении ленинского принципа национального самоопределения. Более того, оно содержало следующее положение, процитирую: «Союзным республикам принадлежат все права, отвечающие их статусу суверенных социалистических государств». Итак, мы видели облизывание губ, в каких моментах вы можете это все зафиксировать сами. Значит, что это значит вообще, облизывание губ? Это может обозначать несколько, ну, таких сигналов. Да? Первое, это то, что ему что-то вкусно, да? Он думает о конфетке, да? Мы с вами это знаем. То есть что-то, о чем ему хочется говорить, что ему хочется взять, хочется потрогать, пощупать и так далее. Вторая трактовка, это поиск решения, потому что губы — это наш чувствительный аппарат, это вот как подушечки пальцев, которыми мы прощупываем что-то, прежде чем это, ну, как-то к себе или от себя определить место в пространстве для предмета, который мы щупаем, да, либо он будет в нашем пространстве, либо мы его выбросим куда-то, да, то есть вот это прощупывание. И губы как раз и сигнализируют о том, что человек хочет это прощупать. А следующая трактовка — это поиск решения, да, то есть человек хочет найти какое-то решение, да, но это то же самое, что и прощупывание ситуации, да, ну вот поиск решения. А дальше еще это может сигнализировать о волнении, да, волнение, потому что, ну, неизвестно, возьму я это, не возьму, пощупаю, не пощупаю, будет это мое или не будет, но в любом случае это волнение. И еще одна трактовочка — это, ну, в какой-то степени притянуть аргументы, да, нащупать что-то, что можно использовать в своих целях. Но это опять про прощупывание ситуации. А значит, ну, мы видели, да, вот на каких моментах это происходило. А вообще, вот сейчас я следующий фрагмент включу, тут уже пойдет, можно сказать, жара, и я сразу должна сказать, что, ребят, вот я с точки зрения простого обывателя вот это все послушала, да,
я не политолог, я просто женщина, да, которая вот прожила свою жизнь и наработала, ну, можно сказать, какой-то жизненный опыт, да, и вот с точки зрения своей женской колокольни я дальше буду оценивать. Пожалуйста, не воспринимайте слишком всерьез, если какие-то трактовки вам не понравятся. Сейчас вот я постаралась вот это чисто по сигналам тела, дальше сигналы тела тоже будут, но и выводы мои женские тоже будут. И ваши выводы — это уже ваше дело, то, что вы из этого, в этом увидите, да, это уже я как бы покажу то, что я нашла. Я сразу так много извиняюсь, потому что, ну, тема довольно серьезная, да, и здесь такие громкие заявления делать, конечно же, ну, довольно опасно, поэтому я должна сказать, вот, что я то, что лично я увидела. Итак, идем дальше. Я уж слишком много предварительных ласк, можно сказать, сделала, но надеюсь, что это не лишнее. Дальше, значит, следующий фрагмент, у меня вопрос сразу: он сейчас что, болеет или вот кашель? Довольно часто у него кашель, и если он болеет, то здесь уместно было бы стакан с водой. Вот у меня, например, когда я делаю эфиры, я всегда ставлю стакан с водой, потому что если я вдруг этого не поставила, у меня просто эфир на смарку. Но здесь не знаю, почему у него нет стакана с водой, тем более если он болен. Если же он не болен, то кашель сигнализирует о том, что человек, слишком сложно ему высказывать какую-то точку зрения, и вот в том месте, где кашель, ну, можно сказать, включается красный сигнал светофора, да, будьте осторожны. Вот, ну, может быть, даже желтый, да, не красный, не будем уж сильно утрировать. Ну вот я не знаю, как здесь в данном случае трактовать. Вот здесь вот вы возьмите на себя сами ответственность и примите решение, как это трактовать, да, как сигнал светофора или то, что человек болен. Ну давайте посмотрим, вот на каких фразах он кашлял. Сталин, который в 1922 году совмещал посты генерального секретаря ЦК РКПБ и Народного комиссара по делам национальностей, предложил строить страну на принципах автономизации, то есть предоставляя республикам, будущим административно-территориальным единицам, широкие полномочия при их вступлении в единое государство. Да еще и наделять республике правом выхода из состава единого государства, без всяких условий, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, которые буквально втиснули в состав Украины. Да, судя по всему, казалось, что в этом и не было необходимости, в условиях тоталитарного режима и так все работало, а внешне выглядело красиво, привлекательно и даже сверхдемократично. По имеющимся данным, материальная поддержка так называемого протестного лагеря на площади независимости в Киеве со стороны посольства США составляла 1 миллион долларов в день в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. По требованию Запада киевские власти отдали представителям международных организаций преимущественное право отбора членов высших судебных органов, Совета правосудия и квалификационной комиссии судей. Особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа. На Украине развернуты учебно-тренировочные миссии стран НАТО. Это, по сути, уже и есть иностранные военные базы. Просто назвали базу миссии, и дело в шляпе. Ну вот кашля было очень много, и я не знаю, он действительно болен или это признак волнения. Вот здесь вот я не могу делать каких-то выводов и заявлений, да. Но здесь прозвучало про судебную систему и прочие дела, которые касаются Украины. Но так вот, я здесь со своей вот житейской колокольни и про НАТО, да, то есть прозвучало, что Путин боится проникновения НАТО к границам нашего государства, да. И давайте поразмышляем на эту тему, да. Ну, первое, что мне сразу вот какую ассоциацию, вот чисто житейскую, можно здесь представить, это представьте, что вы живете в квартире, да, и рядом с вами соседи, которые, ну, наделены какими-то большими, может быть, полномочиями. Может быть, эти соседи считают, что они лучше вас живут. И вот им понравилась ваша комната в вашей квартире. И вот этим соседям, ну, вот они начинают
искать возможности получить эту комнату, да, вот, или там у вас какая-то общая площадь, даже не общая, ваша, но там у соседей на эту площадь есть выход, они могут там сделать дверь, да, как-то, и им очень нравится ваша эта территория, часть вашей квартиры, и они начинают как-то действовать, начинают находить какие-то аргументы для того, чтобы отобрать у вас эту территорию. Ну и здесь, конечно же, вот, ну, для меня лично вот такая ассоциация. Если эта ассоциация вам кажется слишком притянутой за уши, напишите это в комментариях, я готова пересмотреть свою позицию. Но сейчас мне эта ситуация видится именно с этой точки зрения. Ну, учитывая там и Крым, и все, ну, как бы здесь такой момент, все-таки спустя уже какое-то время после этих событий, я, ну, человек мыслящий и, ну, понимаю, что что-то здесь не так, да, и вот это мне напоминает вот такую ситуацию. Так вот, здесь получается вот судебная система. Вот вы живете в своей квартире, вы сами решаете, как вам выстраивать свою вообще правила в вашей семье, да, в соседней семье все выстраивают правила так, как им удобно. Во всем доме, в каждой квартире все выстраивают свои правила, как они взаимодействуют друг с другом. Это нормально, я считаю. Другой вопрос, что касается НАТО. Здесь вот сейчас очень серьезно вопрос он поднял, да, что нам угрожают. Так вот, давайте разберемся. НАТО, вот я стала интересоваться вообще, в каких странах есть, ну, как, какие страны используют эту систему НАТО, да, вот кто присоединился к НАТО. Кстати, Турция тоже, она в НАТО. Но ладно, здесь Турция далеко от России, можно сказать. Давайте посмотрим. А вот в 2004 году, 29 марта, Эстония, Латвия и Литва присоединились к НАТО. Я не пойму, а почему мы еще в том году не отобрали вот эти страны вообще? Почему? Или как-то не встали в позу, да, вот это в 2004 году, тогда Путин был президентом. Почему этого не произошло в том году? Вот меня интересует. Вот это можно было сделать в том году. Мы же тоже боимся НАТО, да, здесь тоже ракеты долетят и до Москвы, и до куда им надо. Почему именно сейчас так вопрос встал? Смотрите, тут же, ну, в принципе, до Москвы, но здесь не обозначено, где Москва, но я думаю, что одинаковое расстояние, и ну, тоже тут опасно. Но тогда этого вопроса почему-то, ну, я не знаю, может, возникал этот вопрос, но вот видите, с 2004 года ракета так и не долетела до Москвы. Вот то, что Путин сказал как аргумент, что ракете лететь там очень близко. Поэтому, ну, для меня, конечно, это странно. Может быть, я опять-таки со своей женской глупой, там, не знаю, я не специалист в этом деле, но с какой-то такой колокольни я сужу. Поэтому объясните мне, пожалуйста, если кто-то здесь будет говорить, что я не права, я готова признать свою ошибку. Идем дальше. Следующий момент. Здесь мы будем касаться еще одного сигнала тела. Путин любит поправлять галстук, и вот на каких моментах мы понимаем, что галстук для мужчины — это как лицо, он пытается показать свое лицо, да, показать свою марку, да. И вот это поправление галстука, оно тоже о многом говорит. Ну, во-первых, говорит о том, что он видит себя, там, видимо, есть экранчик, где он себя видит и видит, что галстук съехал. И бессознательно он в эти моменты хочет себя показать получше, да? Именно в эти моменты ему хочется показать себя лучше. Давайте смотреть, в какие моменты. Ну, то есть это такой сигнал, любуйтесь мной, да? И там еще с презрением немножечко, ну, вообще, в принципе, вот этот сигнал, он немножко похож на презрение, да, вот почему человеку хочется показать себя хорошим, да потому что он говорит о плохих каких-то вещах у соседей, да, у которых он хочет, опять-таки, ну, не знаю, какими, возможно, законными путями, да, он сейчас приводит аргументы, да, он сейчас, можно сказать, нам с вами объясняет, почему он прав, да, давайте слушать и смотреть. После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти. Именно любой ценой. Ради этого они шли на все. И на унизительные условия Брестского мира. Каждая союзная республика имеет свое гражданство, которое распространяется на всех ее жителей.
Разве не очевидно было, к чему приведут подобные формулировки и решения? Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу. Совершив государственный переворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик. Столкнули Украину в бездну гражданской войны. Спустя 8 лет после тех событий страна расколота. Утрачены десятки и сотни тысяч рабочих мест, которые благодаря в том числе тесной кооперации с Россией давали людям стабильный доход, приносили налоги в казну. Такие отрасли, как машиностроение, приборостроение, электронная промышленность, продолжается курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Верховная Рада безостановочно выпускает все новые дискриминационные акты. В свое время США намеревались создать подобные объекты и в Крыму. Но крымчане и севастопольцы сорвали эти планы. Американцы просто использовали их для проведения ярко выраженной антироссийской политики. Ряд государств-членов Альянса и сейчас весьма скептически относятся к появлению Украины в НАТО. Ну, здесь он много таких проблем Украины затронул, да, и, в общем-то, действительно проблемы очень серьезные, я согласна, но, знаете, вот то, что и люди уезжают с Украины, еще что-то, а все хорошо у нас в России, насколько я знаю, у нас тоже не очень хорошо, и здесь, как бы, получается, что... По сути, вот если разобраться, то все мы на равных, может быть, у России там есть эта скважина, есть нефть, да, и поэтому Россия чуть получше живет, но, в общем-то, везде очень тяжело живется сейчас людям и в Украине, и в России, и здесь, конечно, ставить то, что там с Украины много людей уехало, из России тоже уехало и уезжает сейчас очень много людей, потому что мы знаем, по каким причинам, да. Поэтому здесь вот как-то все то, что прозвучало, я слышу, что вот он говорит как бы про Украину, но и про Россию то же самое можно сказать. Но это опять-таки мое мнение. Самое интересное, что меня просто поразило, я послушала и просто вам сейчас приведу некоторые факты, давайте посмотрим. После революции главной задачей... Ой, не то включила, простите. С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли почти на треть. На электроэнергию в разы. На газ для домохозяйств в десятки раз. У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Им приходится буквально выживать. На электроэнергию в разы, где-то я это уже слышала. А где? Именно вот здесь, ребята. Путин у нас президент с 2000 года. Вот, пожалуйста, когда он вступил в свою должность, электричество у нас стоило 40 копеек. К 2014 году уже 4,50. То есть электричество у нас подорожало в 11 раз в России. И здесь вот так вот рассуждать по поводу тарифов, я думаю, что и другие тарифы выросли. Кроме того, беспределище этих коммунальных служб, все мы это знаем, мы все живем на этой земле, в России, да, кто живет в России, те, кстати, в комментариях напишите, во сколько раз увеличилось вот с 2000 года, кто помнит, какие были цены на воду, на газ, на все остальное, вот напишите, пожалуйста, на другие эти коммунальные платежи, которые приходят от управляющих компаний. Вообще беспределище в этой сфере происходит. Об этом сейчас как бы неудобно говорить, да, в своем дому не замечаю, да, а вот в чужом, в чужом глазу видно там соринку, да, в своем бревна не замечаю. Вот здесь вот та же самая история. Ребят, проблемы Украины здесь ставить аргументом, не совсем уместно. Но, конечно же, ему сейчас надо убедить всех нас, и поэтому он, предъявляет разные аргументы. То есть они там совсем плохие, они там живут как бомжи, им там все плохо, да, у них эта квартира лишняя.
лишняя. Они не могут за ней следить, они не могут ее содержать, поэтому я должен забрать эту комнату, да, чтобы хотя бы вот в этой комнате навести порядок. Ну, это полный абсурд, учитывая, конечно же, что в прошлом у самого этого хозяина, да, хозяин этой, ну, квартиры, который хочет отобрать часть квартиры соседней, да. Поэтому здесь, конечно же, ну, какие-то двойные стандарты и больше говорильни, ну, на мой взгляд, опять-таки. А, кстати, вот по поводу тарифов, я еще помню, когда я училась ездить на машине, это в 2000 году, в 99-2000. Так вот, тогда я помню, что я заправлялась по 30 копеек и искала бензин по 29. Ну вот я помню это, прям вот искала заправки, где чуть подешевле. Ну это многие автомобилисты это знают, как, ну, мы там заправляемся, чтобы бензин был получше и дешевле, да. И вот я помню этот момент, это в 2000 году. Сейчас почем бензин у страны, которая добывает нефть? А вообще, если перевести на, ну, другие страны, во многих странах бензин вот относительно там зарплат намного ниже, вот этот коэффициент. Я тоже как-то интересовалась, мы даже не на первых местах по стоимости бензина, вот по низкой стоимости бензина, мы довольно низко, вот, ну, мы, у нас очень дорогой бензин, несмотря на то, что наша страна добывает бензин. Вот такая вот история. Поэтому здесь, ну, вернее, не бензин добывает, а нефть, да. А поэтому здесь, конечно же, тоже совсем неуместно то, что он говорит, да, вот сравнивая себя с соседями, ну вот как-то не очень он меня убедил, к сожалению. Может быть, я просто глупая женщина, которая ничего не понимает. Ну давайте идем дальше. Вот, по поводу иммиграции там еще не было, я прошу прощения. Вот здесь сейчас будет по поводу иммиграции. Около 15% не от трудоспособного, а именно от всего населения страны. Смотрите, напрягает губы. Вынуждены уехать за границу в поисках работы. Напрягает губы, это значит, он старается скрывать эмоции, да, эмоции. А здесь мне кажется, ну опять-таки это мои догадки, что это все-таки идет улыбка, да, улыбка презрения. То есть получается, что, ну, ему, ну вот посмотрите на меня, вот я-то красавчик, да, а вот они такие глупые, от них все уезжают, да, 15%. Вот, это у нас сжал губы, скрывает эмоцию через причем сторону. Часто, да, как правило, нападенные, неквалифицированные заработки. Ну, здесь просто, знаете, я, конечно, сейчас выскажу бизнес-идею, но, пожалуйста, не приписывайте мне авторство этой бизнес-идеи. Ну, просто по всей логике, если у нас выходцы из Узбекистана, Таджикистана вот работают на стройках в России, да, то, может быть, имеет смысл их территорию тоже себе забрать, потому что, ну, а почему нет? Раз они не могут себя содержать, раз они едут к нам на заработки, мы, значит, более богатые, успешные и свободные, да, значит, может, нам и туда распространить свое влияние. Ну, пожалуйста, не воспринимайте это всерьез, ну просто к тому, что, ну, как бы получается, что если у них люди едут искать заработки где-то еще, то это значит, что надо их территорию отбирать. Ну, тут тоже как бы не аргумент для меня лично, да, но, может быть, для кого-то и аргумент. Ну, следующий аргумент тоже вот прям, подождите, не аргумент, а сигналы тела. Вот здесь вот довольно красноречивые сигналы тела, и много их. Вот давайте посмотрим. Отдельно скажу о Крыме. Смотрите, как много сигналов тела. Вот по поводу Крыма, конечно же, это для него, ну, такой уже, ну, он понимает, что очень-очень он глубоко здесь увяз. И смотрите, поправил галстук, то есть надо держать лицо, да, сжал губы перед этим, напряг подбородок, опустил голову, вздохнул, то есть это для него прям проблема. Вот даже, понимаете, тут как получается, что проблемы вот в этом месте очень сильно сконцентрированы, да. Идем дальше, видите, как много
поправил галстук, отсел, сжал губы, подбородок. А потом поднял голову, облизал губы, собрал информацию, да, и пошел в наступление. То есть перед тем, как пойти в наступление, вот это все, да, вот этот клубок проблем, которые он переживал, ну, получается, он их, эти проблемы у него есть, и ему сложно их удерживать в себе, да, вот получается, что вот это вот все, ну, такой камень преткновения, да, и очень серьезная сложность, через которую ему надо переступить, перебраться, да, и дальше идти в наступление. Полуострова свой свободный выбор сделали, быть вместе с Россией. Видите, отодвинул локоть, то есть все-таки больше здесь про проблемы, которые хочется отодвинуть и о них не говорить. Как знаете, как слова Скарлетт О'Хара, я сделаю это, я подумаю об этом завтра, да. Вот здесь та же история. Это четкий, ясной воле людей киевским властям нечего противопоставить. Поэтому ставка делается на агрессивные действия. Ну, насчет, я не знаю, какие там действия происходят, но получается, мы отобрали у них уже одну комнату, да? Ну вот им нечего делать, и они начинают агрессировать вообще, конечно. Атас. Ладно, по поводу Крыма я здесь не буду рассуждать, потому что, ну, как бы вопрос уже в прошлом, и сейчас я не хотела бы еще лишний раз какие-то поднимать еще вопросы, которые будут, не будут касаться сегодняшнего разбора. Значит, следующий момент по поводу санкций. Знаете, вот позиция просто шикарная. Давайте смотреть. Звучат все те же ссылки на пресловутую политику открытых дверей НАТО. Более того, нас опять пытаются шантажировать, вновь угрожают санкциями. Ой, что такое? Не поняла. Что-то не так сорвалось. Сейчас еще раз включу, извините. Звучат все те же ссылки на пресловутую политику открытых дверей НАТО. Более того, нас опять пытаются шантажировать, вновь угрожают санкциями, которые, кстати, я думаю, они все равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России и роста мощи наших вооруженных сил. Видите, он говорит об укреплении России, но сам сжался, эмоции закончились, да, вот по поводу санкций, да, у него была реакция, да, и знаете, по принципу 7 бед, 1 ответ, мы уже накосячили по полной, поэтому, ребят, держитесь, вы все равно в этой лодке, да, и придется вам это все терпеть, да, получается, ну, вы или я накосячил от вашего лица, но в любом случае санкции будут, ребята, так что денег нет, но вы держитесь, да. А предлог для очередной санкционной атаки всегда будет найден или попросту сфабрикован. Ну, хорошая позиция, но не объективная. Получается, что все-таки нам приписывают, ну, ответственность за то, чего мы не совершали. Ребят, вот мы, граждане России, мы в этом не виноваты. Нам не нужно было этого всего, да. Но, ребят, ну все, вы в этой лодке, вам деваться некуда. Да, вот такая вот история. А знаете, напоминает мне очень сильно слова итог. Один, мы все умрем. И по поводу России, вот по поводу роста России, он это говорит не очень уверенно. Уверенно он говорит какие-то другие вещи, где есть иллюстраторы, где есть эмоции, а здесь просто он проговаривает. То есть верьте мне на слово. Идет рост России, пожалуйста, верьте мне, да, да. И давайте косячить уж по полной, да. Терять уже нечего. Давайте уже терять так терять. Да, вот так вот получается, в такой мы лодке. Дальше, по поводу ядерного оружия. Ну, здесь, конечно же, ну, для того, чтобы прям аргументы эти работали, те аргументы, которые он привел сначала, они такие, ну, как бы, ну, живут рядом семья, которая там хуже, у них материальное положение, да, ну и пусть себе живут, да, почему мы должны брать и отбирать у них квартиру, да, вот здесь вот такой вопрос будет возникать у членов семьи вот этого вот человека, который руководит, допустим, вот этим
отъемом. Здесь как бы надо действительно всех поднять и направить на отъем, да, чтобы у всех, всем захотелось это сделать. А в каком случае? Надо просто хорошо напугать. Вот я под видео сейчас сделаю обязательно ссылочку на одно видео по поводу патриотизма, как он используется, как он появляется, вот как его культивируют. Обязательно пересмотрите канал, я тоже смотрю иногда, там много полезных вещей. Вот по сравнению с животными, вот наши физиологические какие-то особенности, психологические, они очень хорошо описываются. И вот конкретно вот этот случай прям четко описывается вот тем, что сейчас вы услышите. Вот ядерное оружие, да, вот он сейчас такую серьезную тему, то есть он нам с вами говорит, что у соседей вообще-то есть возможность сделать бомбу, и тогда мы все погибнем. Вот что он нам сейчас хочет сказать. Давайте посмотрим. По сути, это не что иное, как подготовка к боевым действиям против нашей страны, против России. Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. И это не пустая бравада. Украина... Видите, пожимает плечами. Не совсем он в это верит. Действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. Ну вот я не буду останавливать видео, там, где есть выноска плечи, и где вы видите, что он пожимает плечами, там не совсем уверенная позиция. Может так, а может и нет. Включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты «Точка-У», тоже еще советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров. Но сделают это больше, это вопрос только времени. Задело советского времени есть. Таким образом, обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам, не буду сейчас их называть, фактически ведущим такие разработки. Ну, получается, что вот в свете всех тех заявлений, да, как бы, ну, нет еще достаточных аргументов для того, чтобы соседей выгнать из этой комнаты, да. А вот если соседи опасны, то тогда мы все встанем на защиту своей квартиры, да. Здесь получается, если соседи изготовят бомбу, то взорвется весь дом, то, конечно же, весь дом будет против этих соседей, постарается выгнать этих соседей, да. И ну, естественно, здесь вот этот аргумент уже очень-очень сильный. Да, то есть соседи могут изготовить бомбу, они умеют читать, у них есть книга, как изготовить бомбу, ингредиенты есть в магазине или в аптеке. Ребят, ну, они как бы опасны, да, вот примерно это он и сказал, да. Ну, как бы Украина собирается изготовить бомбу там и все такое. Но, вы знаете, мне вот прислали подписчики, вот как раз параллельно с тем, что я уже начала разбор, да, прислали одно видео, которое я считаю, что вам обязательно надо посмотреть, вот с точки зрения неадекватности. Вот получается, что он сейчас хочет сказать, что эти соседи неадекватны, они могут изготовить бомбу, там, бла-бла-бла. А давайте посмотрим вот по поводу адекватности, вот здесь вот, что вы увидите. Ну, вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО, и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал Объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы даже и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Вы видите, чем он сейчас бравирует? Он бравирует тем, что у него уже есть бомба. Я, конечно, не хочу ее взрывать, ребята. Но вы меня вынуждаете. А вдруг у соседа появится бомба? И что мне тогда? Как мне жить с этим? Ну вот сейчас, вот по сути, произошел разговор, где шантажируют нами, нашими жизнями, нашими детьми, нашими деньгами, вот по поводу санкций. То есть он все ставит. Перед нами человек, который поставил все на карту, и не спросив нашего разрешения, он принял решение, да, и играет нами. Это страшно. Я вообще не знаю. Я, конечно, понимаю, что я сейчас много лишнего
наговорила, вот особенно с точки зрения, ну я просто женщина, я просто мать, я просто человек, который пытается разбираться в том, что я вижу, но вот включив немного критического мышления, я понимаю, насколько все страшно вообще. Ну это чудовищно, чудовищно, на мой взгляд. Но напишите вы в комментариях, может быть, меня куда-то занесло не туда, может, не те факты я привела, может, я как-то с одной стороны посмотрела, может, есть другая сторона, может, я что-то не понимаю. Но судя вот потому, что там он пугает НАТО, НАТО спокойно, вот оказывается, с 4-го года, с 2004-го в Прибалтике НАТО, и к нам хоть одна ракета прилетела, что-то я не помню этого, да. По поводу бомбы он, получается, сам тут размахивает и показывает, знаете, он мне здесь напоминает обезьяну с гранатой. Ну да, наверное, слишком много я наговорила, да. Поэтому, ребят, поставьте лайк этому видео, напишите в комментарии свое мнение, поделитесь этим видео, потому что я не знаю, что с ним будет в дальнейшем. Я не знаю, возможно, что мне придется его и удалить даже. Поэтому старайтесь распространять, пока есть такая возможность. И ну вот взяла я на себя такую опасную роль, ну что поделать, я просто уже, я не смогла молчать, понимаете, ну что, как тут молчать, как тут вот получается, что белое называют черным, черное называют белым, и что, и как вот это все, поэтому страшно, страшно, что происходит. Я желаю вам, чтобы все-таки победил здравый смысл, чтобы не было никаких вот таких вот шантажей, манипуляций и прочих разборок, да, чтобы мы все были единым народом. Я сама с Украины, я сама, боже мой, мне страшно, понимаете, страшно вот это все, вот эта возня, которая, ради чего это все. Ну ладно, меня опять Остапа понесло, поэтому желаю вам всем любви, благополучия, процветания, всего самого хорошего. И люблю вас всех очень сильно. До новых встреч. Пока-пока.